Друзья, всем привет! Сегодня небольшая зарисовочка о том, как я выехал в лес первый раз в этом году за грибами. Надеюсь найти белые. А там дальше что получится. Если вы смотрите это видео, значит я что-то насобирал. Вот весь пенек усеян лыжными опятами. Такие ни в коем случае нельзя собирать. Вот он, красавец, за которыми я сюда и приехал. Настоящий боровой белый гриб. Чистенький. Прям то, что надо. Вот еще пара маховичков попалась. Рядом совсем растут. Вот еще один красавец белый. Чистенький. И вот он, очередной белый гриб. Настроение уже резко поднимается. Грибы, значит, начали потихонечку попадаться. Тоже чистенький. Отправляем его в корзинку. Прям вон издалека заметил. Вот он, красавчик. Уже белый. Вон очередной маховичок попался. Тут уже большой такой. И сразу же за маховичком. Вот раз белый. Вот второй. Вон третий. А вон там дальше четвертый. А вон пятый. Пятый вообще маленький. С него и начнем. Вот такая вот красота, друзья. И вон еще. Вон целая поляна. Ребята, я начинаю косить. Все чистенькие, красота. Как говорится, один режешь, смотри по сторонам, вдруг где-то еще заметишь. Так, этого маленько червячки покусали, но тоже хороший. Еще один вижу. Груздей тоже здесь полно. Но сколько я их не резал, они все уже переростки. И в основном червивые. Давайте вот на всякий случай еще вот этот глянем. Тоже червивый. Так что грузди собирать уже поздно. Вот еще какой большой попался. Еще один маховичок. Тоже чистенький. Кстати, маховички тоже очень вкусные грибы, особенно жареные. Когда вот так вот растут парочками, вообще прекрасно. Когда срезаешь, вот так вот ножки синеют немного. Очередной белый красавец. Чистенький, красивенький. Забираем дальше. Какой красавчик тут спрятался. Тоже весь чистенький. Так, вот идешь, идешь, раз, грибочек белый. А потом хоба, ну так. Раз, еще один красавчик. Такой же. Вот они спрятались, парочка. Еле заметно их. Какой красавец. Абсолютно чистый.
масленочек. Чистенький. Ну что ж, друзья, как вы видите, немного начала портиться погода. Возможно, сейчас пойдет уже дождь. Грибочков я немного пособирал. Как вы видели, полянку одну шикарную нашел. Так что на этом, наверное, буду заканчивать свое видео. Всем пока и до новых встреч!